Был обычный трамвай, а сегодня превратился в концертную площадку. Утром 8 мая пассажиры первого маршрута с удивлением и радостью встречали молодых людей в военной форме фронтовых лет. «Домой с победой» – акция, которую решили совместно провести барнаульская школа 53 и «Горэлектротранс». Организаторы говорят, задумали ее еще 2 года назад, но удалось реализовать идею только сейчас. Мы хотели нашим горожанам, наследникам победы, маленьким и взрослым, напомнить те эмоции, которые ощущали наши прадеды, когда ехали наконец-то с победой домой. Прям поднялось настроение. Вообще, праздник завтра, с праздником вас, ребята. Хорошо, что мы дожили до такого, никогда бы не было войны. Вот этого хочется. Праздником всех вас, всех нас, такой замечательный праздник, самый лучший. В целом в акции приняли участие 100 школьников, плюс педагоги. Признаются, проблемой было найти ребят, хорошо играющих на гармонии. Сегодня они будут весь день нести творческую вахту на 2 трамваях первого маршрута, а завтра, 9 мая, вагоны уже выйдут в рейс без них, но по-прежнему украшенные историческими транспарантами. Илья Кочетков, Николай Шилко, «День с толком».